Беседа 6, 60, 2, 1. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском? Много нужно нам бодрствовать, много молиться, чтобы суметь изъяснить настоящее место и узнать, кто были эти волхвы, откуда и как пришли, кто их кому побуждал и что это была за звезда. Но если угодно, предложим лучше наперед то, что говорят противники истины. Дьявол так овладел ими, что они и здесь находят повод вооружаться против слова истины. Что же говорят они? Вот сказано, что при рождении Христовом явилась звезда. Это значит, говорят они, что астрология есть наука несомненная. Но если Христос родился по астрологическим законам, так как же он истребил астрологию, отверг судьбу, заградил уста демонам, изгнал заблуждение и не спроверг всякого рода волхвования? Да и что узнают волхвы по звезде его? Что он был царь иудейский, но он был царем неземного царства, как и Пилату сказал, царство мое не от мира сего. Да он и не показывал себя царем. Не имел при себе ни копьеносцев, ни щитоносцев, ни коней, ни парных мулов, словом, ничего тому подобного. А вел жизнь простую и бедную, водя за собой 12 человек, ничем не знаменитых. Но если волхвы и знали, что он царь, то зачем приходит? Дело звездословия, как говорят, вовсе не в том состоит, чтобы по звездам узнавать, кто родится, но чтобы по времени рождения предсказывать о том, что случится вперед. Между тем волхвы ни при родах Марии не были, ни времени, когда родила, не знали, а потому не имели основания заключать о будущем по течению звезд. Напротив, задолго до рождения, увидевши звезду, явившуюся в их земле, они идут смотреть родившегося, а это еще непонятнее прежнего. Какая же причина их побудила? В надежде каких наград из такой отдаленной страны они идут поклониться царю? Если думали, что он будет их царем, и тогда не было бы им достаточной причины идти. Если бы еще он родился в царских чертогах, если бы отец его был царем и при нем находился, то можно было бы сказать, что поклонением родившемуся младенцу они хотели угодить отцу и тем заслужить себе его благоволение. Но теперь они знают, что новорожденный будет царем не у них, а у другого народа в стране от них отдаленной. Знает, что он еще не в совершенном возрасте, для чего же предпринимает такое путешествие и несут дары, притом подвергаясь в этом деле великим опасностям. В самом деле и Ирод, услышав, смутился, и весь народ, когда услыхал от них о том, взволновался. Разве этого они не предвидели? Но это невероятно. Даже при всей недальновидности они не могли бы не знать того, что когда придут в город, имеющий царя, и стану всенародно объявлять, что есть другой царь, кроме теперь там царствующего, то подвергнут себя тысячи смертей. Для чего же они поклонялись лежащему в пеленах? Если бы он был в совершенном возрасте, можно было бы сказать, что они ввергаются в явную опасность в надежде на его помощь. Но и то было бы признаком крайнего неразумия. Персиянину, варвару, не имеющему ничего общего с народом иудейским, решиться выйти из своей земли, оставить отечество, родных и дом и подвергнуться чужому владычеству. Если это неразумно, то следующее еще неразумнее. Что же такое? Перейти такой дальний путь, только поклониться, всех взволновать и тотчас уйти. И какие они нашли признаки царского сана, когда увидели хижину, ясли, младенца в пеленах и бедную мать? Кому принесли дары и для чего? Разве было установлено и принято в обычае так изъявлять почтение всякому рождающемуся царю? Разве они обходили всю вселенную и о ком узнавали, что он из низкого и бедного состояния сделается царем, тому поклонялись прежде вошествия на царский престол? Но этого никто сказать не может. Для чего же они поклонялись? Если для настоящих вывод, то чего могли они ожидать от младенца и бедной матери? Если в надежде будущих, то как они могли знать, что младенец, которому они поклонялись, когда он был в пеленах, вспомнит о том впоследствии?
Положим, что мать ему о том напомнила бы. Но и в таком случае они стоят не похвалы, а порицания за то, что подвергли его явной опасности, так как Ирод, смущенный ими, расспрашивал, разыскивал и прилагал все меры умертвить его. Да и где бы то ни было, а младенце, который родился от частных людей, сказать, что он будет царем, значит только предать его на смерть, навлечь на него множество бед. Видишь ли, сколько открывается несообразность, если судить об этом событии по ходу дел человеческих и по общему обыкновению. Да и кроме того, можно было бы найти много других, еще больших затруднений. Но чтобы, присовокупляя недоумение к недоумениям, не привести вас в замешательство, приступим теперь к разрешению вопросов. Начнем со звезды Христовой. Если мы узнаем, что это была за звезда, и какая она обыкновенная или отличная от прочих, действительно ли была звезда или только имела вид звезды, то легко будет понять все прочее. Откуда же узнать о том, из самого Писания, что она была необыкновенная звезда и даже не звезда, а, как мне кажется, какая-то невидимая сила, принявшая вид звезды? Это доказывает, во-первых, самый путь ее. Нет, и не может быть звезды, которая бы имела такой путь. Видим, что и Солнце, и Луна, и все прочие звезды идут от востока к западу. А эта звезда текла от севера на полдень. Именно в таком положении находится Палестина по отношению к Персии. Во-вторых, тоже можно видеть из самого времени. Она является не ночью, а среди дня, при сиянии Солнца, что не свойственно не только звезде, но и Луне. Хотя Луна больше всех звезд, но при появлении солнечного света тотчас скрывается и делается невидимою. Звезда же Христова превосходством своего блеска преодолела самый свет солнечный. Была яснее солнца, и как оно не блистательно, она сияла больше. В-третьих, доказывается тем, что звезда то является, то опять скрывается. Когда волхвы шли в Палестину, она была видна и указывала им путь. А когда вошли в Иерусалим, она скрылась. Потом, когда они, сказавши Ироду, зачем пришли, оставили его и собрались в путь, звезда опять является. Это же есть движение не звезды, а некоторой совершенно разумной силы. Она не имела своего определенного пути, но когда нужно было остановиться, и она стояла, во всем соображаясь их нуждою, подобно столпу облачному, по которому полк иудеев и останавливался, и поднимался с места, когда было нужно. В-четвертых, тоже ясно можно видеть из самого способа, каким звезда указала место. Не с высоты неба она указала его. В таком случае волхвы не могли бы различить место, но чтобы указать его, опустилась вниз. Сами знаете, что обыкновенной звезде нельзя показать так малого места, какое занимала хижина, особенно же в каком вмещалось тело младенца. Так как высота ее неизмерима, то она не могла бы собой обозначить и определить такого тесного пространства для желавших узнать его. Об этом всякий может судить по Луне. Она, будучи гораздо больше звезд, кажется близкой для каждого из обитателей Вселенной, рассеянных по всей земной широте. Так скажи же, как бы звезда указала такое тесное место для ясли и хижины, если бы не оставила высоту, не сошла вниз и не стала над самой главой младенца? Это самое дает разуметь Евангелист, говоря Матфея 2:9. «И вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец». Видишь, сколько доказательств на то, что эта звезда была необыкновенная и явилась не по законам внешней природы. 63. Но для чего она явилась? Для того, чтобы обличить нечувствительность иудеев и лишить их, неблагодарных, всякого способа к оправданию. Так как цель пришествия Христова была та, чтобы отменить древние правила жизни, призвать всю Вселенную на поклонение себе и принимать это поклонение на земле и на море, то Христос с самого начала отверзает дверь язычникам, желая через чужих научить своих.
так как иудеи непрестанно слыша пророков, возвещавших о пришествии Христовом, не обращали на то особенного внимания. Господь внушил варварам прийти из отдаленной страны, расспрашивать о царе, родившемся у иудеев, и они от персов первых узнают то, чему не хотели научиться у пророков. Бог сделал это для того, чтобы дать им вернейший способ убедиться, если будут благоразумны, или лишить всякого оправдания, если будут упорны. В самом деле, что могут сказать в свое оправдание иудеи, не принявшие Христа после столь многих пророческих доказательств, видя волхвов, которые по явлению только звезды приняли его и поклонились явившемуся? Итак, с волхвами Бог поступил так же, как с ниневитянами, которым послал Иону, так же, как с самарянкой и хананиянкою. Потому и сказано: «Мужи Ниневею восстанут и осудят, и царица южная восстанет и осудит род сей». Потому что они поверили меньшему, а иудеи не поверили и большему. Ты спросишь, для чего Бог привел волхвов к Христу таким явлением? А как же бы надлежало послать пророков, но волхвы пророков не приняли бы. Дать глаз свыше, но они глазу не вняли бы. Послать ангела, но и того не послушали бы. Поэтому Бог, оставивший такие средства по особенному своему снисхождению, употребляет для призвания их то, что было им больше знакомо. Показывает большую и необычайную звезду, чтобы она поразила их и величиной, и прекрасным видом, и необыкновенным течением. Подражая этому, и апостол Павел, когда рассуждает с еленами, начинает речь с жертвенника и приводит свидетельства из их стихотворцев. А когда проповедует иудеям, говорит об обрезании, уча живущих под законом, начинает с жертв. Так как всякий любит то, к чему привык, то к этому применяются и Бог, и люди, посылаемые им для спасения мира. Итак, не думай, чтобы недостойно было Бога призывать волхвов посредством звезды, иначе должен будешь отвергнуть все иудейское, и жертвы, и очищение, и новомесячие, и ковчег, и самый храм, потому что все это допущено по языческой грубости иудеев. И Бог для спасения заблуждающихся с небольшим изменением допустил в служении себе то, что наблюдали язычники при служении демонам, что понемногу, отвлекая от языческих привычек, возвести к высокому любомудрию. Так поступил он и с волхвами, благоволив призвать их явлением звезды, чтобы потом удостоить высшего. Побудивший их идти и руководствовавший в пути, после того, как поставил перед яслями, наставляет их уже не через звезду, а через ангела. Таким образом, понемногу они восходили к высшему. Подобно этому Бог поступил и с жителями Аскалона и Газы, когда 5 филистимских городов по прибытии к ним ковчега поражены были смертной язвою и не находили никаких средств избавления от постигшего их бедствия. Тогда созвавши волхвов, в общем собрании советовались, как освободить от этой язвы, неспосылаемой от Бога. Волхвы присоветовали взять коров, которые не были еще под ермом, и принесли первых телят, запречь под кивот и пустить одних идти, куда хотят, чтобы через то увидеть, от Бога ли это неспосланная язва или какая случайная болезнь. Если коровы, говорили они, как не привыкшие к ерму, разобьют его или воротятся к телятам, то будет значить, что язва произошла по случаю. Если же пойдут прямо, мычание телят не произведет на них никакого действия, и они не собьются с дороги, им незнакомой, то будет явно, что рука Божия коснулась этих городов. Жители послушались волхвов и поступили по их совету. 1 Царств 5. И Бог по своему снисхождению не почел для себя недостойным, применяясь к мнению волхвов, привести в действие предсказанное ими и оправдать слова их событием. Такое действие было тем важнее, что и сами противники засвидетельствовали силу Божию, а учители их подтвердили то своим приговором. Много и других примеров видеть можно в божественном домостроительстве. Так, например, и то, что известно о чревовещательнице, 1 Царств 28, случилось по тому же божественному промыслу, о чем сами вы можете рассудить по сказанному выше. В
все это сказано мною для объяснения написанного о звезде. Вы же сами, может быть, в состоянии сказать и более. Сказано ведь: дай премудрому, и он будет еще премудрее. Притча 9.9.65. Пора, однако, обратиться к началу прочитанного. Какое же начало? Читаем. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском». Волхвы последовали за ведущей их звездою, а иудеи не поверили и проповедовавшим пророкам. Для чего евангелист означает и время, и место, для чего также упоминает о самом достоинстве, о достоинстве для того, что был и другой Ирод, умертвивший Иоанна, но тот был четверовластник, а этот царь. На время же и место указывает для того, чтобы привести нам на память древние пророчества, из которых одно произнес Михей, другое – патриарх Иаков, который с точностью означивший время указал и важнейший признак пришествия Христова. Бытие 41.10. Достойное исследование и то, откуда волхвам пришла мысль идти, и кто их побудил к тому. Мне кажется, что это было делом не одной звезды. Но сам Бог подвиг их сердце, подобно тому, как поступил он с Киром, расположив его отпустить иудеев. Впрочем, он сделал это, не нарушая свободного произволения, подобно тому, как и Павла призвал гласом свыше, вместе явил свою благодать и открыл его послушание. Но скажешь, почему не всем волхвам открыл это? Потому что не все бы поверили, а эти были готовы более других. Тысячи народов гибли, а к одним только ниневитянам послан был пророк Иона. Двое были разбойников на кресте, но один только спасся. Итак, знай, что волхвы оказали добродетель не тем одним, что пришли, но и тем, что поступили смело. Чтобы их не сочли людьми подозрительными, они по приходе рассказывают о своем путеводителе, о дальнем пути, и при этом обнаруживают смелость. Пришли, говорят они, поклонились ему, и поклониться, и не страшаться ни ярости народной, ни жестокости царя. Из этого заключаю, что они и дома были учителями своих соотечественников. Если здесь, в Иерусалиме, они не усомнились говорить об этом, то с большим дерзновением проповедовали о том в своем отечестве, после того, как получили откровение от ангела и свидетельствовали от пророка. Ироду, как царю, естественно было опасаться и за себя, и за детей. Но чего боялся Иерусалим, когда пророки задолго предсказали о Христе как о Спасителе, благодетели, освободители, что же смутило иудеев? То же легкомыслие, которое и прежде отвращало их от Бога, их благодетели, так точно, так что получивши полную свободу, вспоминали о египетских мясах. Смотри же, как пророки ничего не опускали. Один из них задолго предсказывал и об этом. Восхотят, чтобы были сожжены огнем. Но не смотри на свое смущение. Жители Иерусалима не заботятся сами проверить случившееся. Не следуют за волхвами, не любопытствуют. Столько-то они были всех упорнее и нерадивее. Им надлежало бы хвалиться, что у них родился царь и привлек к себе страну персидскую, и что все им покорятся, когда обстоятельства так переменились к лучшему, когда самое начало так блистательно, Исаия 9.5. Но они от того не сделались лучшими, хотя только лишь освободились от плена персидского. Если бы им не открыто было никаких высоких тайн, то, судя по одним настоящим событиям, можно бы им было заключить так. Если только благоговеют к нашему царю при самом его рождении, то гораздо более будут бояться его и покоряться ему в совершенном его возрасте, и мы сделаемся гораздо славнее варваров. Но ни одна подобная мысль не восхитила их. С
столь велика была их беспечность, а вместе с нею и ослепление. Потому тщательно надобно удалять от себя оба эти порока, и надобно быть сильнее огня тому, кто хочет против них вооружиться. Потому-то и Христос сказал: «Огонь пришел я низвести на землю, и как я хочу, чтобы он уже возгорелся!» Потому и Дух Святой является в виде огня. 66. Но мы холоднее праха и мертвее мертвецов, тогда как видим, что Павел возносится выше неба и неба небес, сильнее всякого пламени все преодолевает и возвышается над всем дольним и горним, настоящим и будущим, сущим и несущим. Положим, что этот пример не по твоим силам. Впрочем, это отговорка одной твоей беспечности, что Павел имел перед тобой лишнего, почему бы тебе невозможно было подражать ему? Но чтобы нам не спорить, оставив Павла, возьмем в пример первенствующих христиан, которые оставили богатство, имение, заботы и все житейские дела, предали себя совершенно Богу, день и ночь прилежно внимая учению Слова. Таков духовный огонь. Он не оставляет в нас никакого пристрастия к земному, но воспламеняет нас иною любовью. Потому-то возлюбивший духовное, если нужно будет, и все оставить, презреть удовольствие и славу, отдать самую душу, все это сделает без всякого затруднения. Теплота духовного огня, проникая душу, изгоняет из нее всякую беспечность, и объятого ей делает легче пера и заставляет презирать все видимое. Такой человек пребывает уже в непрестанном сокрушении сердца, проливая неиссякаемые источники слез и получая от того великое удовольствие, потому что ничто столько не сближает и не соединяет с Богом, как такие слезы. Такой человек, хотя живет и в городе, проводит жизнь как в пустыне, в горах и в пещерах, не занимаясь окружающими его и никогда не насыщаясь своими слезами, плачет ли о себе или о чужих грехах. Потому-то и Бог прежде других ублажил плачущих, сказав: «Блаженны плачущие». А как же Павел говорит: «Радуйтесь всегда в Господе»? Он говорит об удовольствии, проистекающем от этих слез. Как мирская радость бывает смешана с печалью, так слезы по Боге произвращают всегдашнюю и неувядающую радость. Так блудница, объята этим огнем, стала достойнее дев. Согретая покаянием, она воспылала какой любовью ко Христу, что распустила волос, и святые ноги его обливала слезами, отирая их своими волосами, и не жалела мира. Но все это было только наружное. А что происходило у ней в сердце, и что видел один Бог, то было гораздо пламеннее. Оттого и каждый из нас, слыша об этом, радуется с ней, восхищается ее добрым делом и прощает ей все проступки. Если же мы, будучи злы, произносим о ней такой суд, то подумай, сколько она оправдана человеколюбивым Богом, и какие собрала плоды покаяния еще до получения даров Божиих. Как после проливного дождя воздух делается чистым, так и по пролитии слез настает тишина и ясность, а мрак греховный исчезает. Как сперва очистились мы водою и духом, так после очищаемся слезами и покаянием, если только делаем это не по лицемерию и тщеславию. Плачущая притворно заслуживает даже более осуждения, нежели та, которая прикрашивается румянами и притираниями. Я требую слез, проливаемых не на показ, а из сокрушения, проливаемых тайно, в уединенной комнате, без свидетелей, в тишине и в безмолвии. Слез из глубины сердца, от внутренней скорби и печали, проливаемых единственно для Бога, каковы были слезы Анны. Уста ее двигались, а голоса ее не было слышно. Но одни только слезы вопияли громогласнее трубы. За такие слезы отверз Бог утробу ее, и жесткий камень сделал мягкою нивою. 1 Царство 1.13. Если и ты плачешь так же, то подражаешь своему Господу. И он ведь плакал о Лазаре, об Иерусалиме, и возмутился духом об Иуде, да и часто бывало, что его видели плачущим. А чтобы он смеялся или хотя бы мало улыбался, этого никогда никто не видел. Почему и ни один из евангелистов не упомянул о том? Также и Павел, что он плакал и плакал 3 года день и ночь,
сам о том свидетельствует, и другие о нем говорят то, а чтобы когда-либо смеялся, об этом нигде не говорит ни сам он, ни другой апостол, ни один из святых, ни о нем, ни о ком другом ему подобном. Об одной только Саре говорит Писание, за что она и получила упрек, также о сыне Ноевом, который зато из свободного сделался рабом. Впрочем, я говорю это не запрещая смеяться, но удерживая от неумеренного смеха. Скажи мне, чему без меры радуешься и смеешься, когда подлежишь такой ответственности, должен некогда предстать на страшный суд и дать строгий отчет во всем, что сделано тобой при жизни? Мы должны дать отчет во всех произвольных и непроизвольных грехах своих. Говорит, что если мы отвергались Господа, то Он отвергнется нас перед Отцом Своим. Хотя бы это отречение было невольное, однако же и оно не избежит наказания. И за него отдадим отчет, и за то, что знаем, и чего не знаем. Хотя я за собой ничего не знаю, говорит Павел, но тем не оправдываюсь. И за то, что сделано по неведению, и за то, что сознательно. Свидетельствую вам, говорит, что имеют ревность Божию, но не по рассуждению. Однако же это не оправдывает их. И в послании к Коринфянам боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. 2 Коринфянам 11:3. Тебе нужно будет дать такой строгий отчет, а ты сидишь и смеешься, шутишь и думаешь о забавах. Но скажешь, какая польза, если вместо этого буду плакать? Громадная польза, такая, что нельзя и выразить словом. На суде человеческом сколько ни плачь, не избежишь наказания, когда определение сделано. А здесь, если только вздохнешь, и приговор уничтожен, и прощение получено. Вот почему Христос так часто и говорит нам о слезах, и называет плачущих блаженными, а смеющихся бедными. Здесь не место смеху, и собрались мы сюда не смеяться, но стенать, и за эти стенания наследовать царствие. Стоя перед земным царем, ты слегка улыбнуться не смеешь, а где обитает владыка ангела, стоишь без трепета и без благоговения, даже смеешься, когда он много раз прогневан тобою. И не подумаешь, что этим раздражаешь его больше, нежели грехами. Подлинно, Бог обыкновенно отвращается не столько от грешащих, сколько от тех, которые, учинив грех, не сокрушаются о нем. При всем том, некоторые столько бесчувственны, что, несмотря на сказанное, говорят, лучше мне никогда не плакать, но дай Бог всегда смеяться и играть. Что может быть безрассуднее такой мысли? Не Бог, а дьявол учит играть. Это он, дьявол. Он сам и изобрел такое искусство, театры, смехотворство, что привлекать к себе воинов Христовых и ослаблять силы их духа. На то и построил он в городах театры и, обучив смехотворов, этою язвою поражает целый город. Чего Павел велел бегать? Я разумею пустословие и шутки, то дьявол убеждает любить. И что в этом есть самого худшего, то бывает поводом к смеху. Когда представляющие смешное в театре скажут что-либо богохульное и срамное, тогда многие, будучи еще безумнее их, смеются, забавляются этим, за что надлежало бы побить камнями. Тому рукоплещут, и за такое удовольствие сами себе готовят огненную печь. Ведь те, которые хвалят говорящих такие речи, тем самым поощряют их к ним, а потому и наказание, которое назначено для смехотворцев, справедливее падать на смеющихся, потому что если бы не было ни одного зрителя, то и не было бы и действующего. А когда видят, что вы оставляете свою мастерскую и работу, и то, что могли бы выработать, словом, все, только бы провести время в театре, тогда они становятся усерднее, с большим старанием отправляют свое дело. Впрочем, не в извинении их говорю это, но чтобы вас вразумить, что от вас, собственно, берется начало и корень этого беззакония, от вас, которые тратите на это целый день, подвергаете посмеянию честное супружество, посрамляете великое таинство. Поистине,
не столько грешит тот, который представляет в театре, сколько в сравнении с ним ты, который заставляешь это делать. И не только заставляешь, но и заботишься о том, радуешься и смеешься, хвалишь представление, всячески пособляешь демонской работе. Скажи мне, какими глазами после будешь смотреть дома на жену, видевшую ее опозоренную в театре? Так, не покрасневши, представишь себе супругу, когда ты увидел весь пол ее обесчещенным? Как? Не говори мне, что представляемое в театре есть одно лицедейство. Лицедейство это многих сделало прелюбодеями, и многие домы расстроило. О том-то особенно и скорблю, что в этом даже не подозревает худого. Но такие развратные представления принимают с рукоплесканиями, с восклицаниями и громким смехом. И так скажешь, что все это лицедейство. Но за то самое лицедеи стоили бы тысячи смертей, что они научились подражать запрещенному всеми законами. Если дело худо, то и подражание ему худо. Не говорю еще о том, сколь многих делают блудниками, представляющие эти любодейные зрелища. Какой наглости и бесстыдству приучают они зрителей. Ведь одному только сладострастному и наглому глазу сносно смотреть на эти зрелища. На площади ты не станешь смотреть на обнаженную женщину, а еще менее дома. Ты оскорбишься таким зрелищем, а в театр идешь, чтобы оскорбить честь и мужеского, и женского пола. И осрамить глаза свои. Не говори, что обнаженная блудница, потому что один пол и одно тело, как у блудницы, так и у благородной женщины. Если в этом нет ничего непристойного, то почему, когда на площади увидишь тоже и сам бежишь прочь, и гонишь от себя бесстыдную? Или когда бываем порознь, тогда это непристойно. А когда соберемся и сидим вместе, тогда уже не позорно. Это смешно и постыдно, и означает крайнее безумие. Лучше грязью или навозом вымарать себе все лицо, чем смотреть на такое беззаконие. Потому что для глаза не так вредна грязь, как любострастный взгляд и вид обнаженной женщины. Вспомни, что было причиной наготы в начале, и страшись того, что было виной этой срамоты. Что же произвело наготу? Преслушание и злоумышление дьявола. Таково давнее и первое ее старание. Его. Но прародители, по крайней мере, стыдились наготы своей, а вам это нравится по апостольскому слову, ибо в стыде полагаете славу. Как будет смотреть на тебя жена, когда ты возвратишься с такого беззаконного зрелища? Как примет тебя? Как будет говорить с тобой после того, как ты столь бесчестно посрамил весь женский пол, пленился таким зрелищем и сделался рабом блудницы? Впрочем, если слово мое огорчит вас, то я много вам за то благодарен. И кто может обрадовать меня, как не тот, кто и огорчен мною? Никогда не переставайте рыдать об этом и терзаться. 2 Коринфянам 2:2. Такая скорбь будет для нас началом исправления. Для того-то я и усилил мое слово, чтобы сделать рану глубже, избавить вас от гниения зараженных членов и возвратить вам совершенное душевное здравие, которым да наслаждаемся все мы вполне и да получим награды, определенные нам за такие добрые дела наши. Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.